Приветствую вас на первом циничном канале, и у меня два коротких объявления. Во-первых, давайте сегодня в час дня по Москве в 13:00 проведем небольшой стрим. Хотел снять отдельный сюжет, но в сюжет информацию не вместить. Поговорим о ситуации в Екатеринбурге. Противостояние по поводу строительства храма. Противники, сторонники строительства храма. Ситуация не столько важная, сколько знаковая. То есть она важна своими перспективами. Поэтому поговорим об этом. Я отвечал отдельно на вопрос на предыдущем стриме по поводу отношения к Екатеринбургу. Сейчас читаю комментарии, вижу, что непонимание стопроцентное. Скорее всего, сумбурно ответил на вопрос, потому что это был один из вопросов, а вопрос объемный. Он претендует действительно на широкое освещение, больше, чем сюжет. Потому что я даже не знаю, как впихнуть сюжет. Поэтому давайте сегодня в 13:00 по Москве поговорим вот на эту тему. Тема действительно важная. Погода шикарная, в такую погоду работать грешно. Вот, поэтому лучше посмотреть стрим на первом циничном канале. Это первое. Поэтому всех жду на стриме. Осталось уже буквально несколько часов. Следующее. Недавно просил о помощи в раскрутке мужского движения, первого циничного канала, других каналов и так далее. Два комрада, минимум два, чтобы никого не обидеть, может быть, где-то еще не видел, что-то не прочитал в личке, но минимум двое предложили создать какое-то объявление, такое маленькое объявленице, которое можно было бы расклеивать. Два человека, как минимум, изъявили желание расклеивать объявление. Придумай текст, придумай такой вот сжатый текст. Сделал это объявление, получается 6 штучек на А4. Вот 6 объявлений входит на А4. Я его сделал в таблице, чтобы прям по таблице разрезать хорошо. То есть вот эти 6, каждая в ячейке таблицы. Очень удобно по таблице разрезать. Я его опубликую в группе «Территория свободных мужчин» и в описании этого сюжета дам ссылку. Попробую прямо на само объявление дать, на материал, где оно будет опубликовано. Если не получится, то на группу дам ссылку. Посмотрите, вот это объявление. Кто хочет помочь... Огромное вам спасибо. Прочитаю объявление. Это буквально, понимаете, это речевка. То есть нужно понимать, что такое формат агитационного, по сути, материала. Это речевка, там не может быть каких-то широких измышлений. Итак, многие мужчины воспитывают чужих детей. Далеко не все об этом знают. Я не знал никого, кто бы построил счастливую семью с чужим ребенком. Не хочешь быть ресурсом для чужих целей? Тебе на первый циничный канал на YouTube. В принципе, вы можете вместо первого циничного подставлять любого понравившегося вам блогера. Это уникальное такое, точнее не уникальное, а системное объявление. Можете подставлять любой другой канал. Я думаю, этого достаточно. Не должно маленькое объявление, которое целью имеет только привлечь внимание, не должно оно быть перегружено информацией. Никто не будет дочитывать. По идее, это должно быть объявление, которое вот при малейшей так раз задержке взгляда уже... читается. Поэтому я думаю, что этого будет достаточно. Короче говоря, кто будет помогать, огромное вам спасибо. И сегодня в 13:00 стрим на первом циничном. Поговорим по поводу Екатеринбурга и храма.